Привет всем, мои хорошие друзья-субароводы. Похож я на счастливого человека? Я думаю, что похож. У нас покупка. Стоечки новые, передние. Каябо Ультра СР. Номера 32-40-52 и 32-40-53. Прикиньте. Красота. Какие же они все-таки классненькие. Стоечки я беру уже второй раз. И в этот раз я думаю, что они меня будут радовать так же долго, как и те предыдущие. На предыдущих я отъездил 6 лет. Одна потекла. Потекла, потому что, короче, она где-то я кочку поймал. Прикольно. Куда-то гайка закатилась одна. И не видно талончика. Раньше еще был талончик. Гаечка, гаечка, гаечка. Жалко, что гаечка-то куда-то делась. Ну, наверное, выпала, пока ехала у меня в машине. Короче, народ, стойки удалось купить по очень вкусной цене. По цене 5600 рублей за штуку. Сейчас ближайшая цена — это цена магазина Exist. Там по 6. Для простого человека. А вот она, гаечка-то, классно. Все нормально. Короче, это стойки очень интересные. Я теперь уже езжу только на таких. У меня обе, и задние недавно я новые купил, такие же. И передние. Я на них езжу уже 6 лет. Они очень уверенно держат дорогу. Машина очень хорошо управляется. Вы даже не представляете, как. Это стойкий аналог Каябо New SR голубых японских. А эти стойки Каябо Ультра SR. Это для европейского рынка то же самое, что голубые New SR японские. Конкретно эти стойки от Subaru Forester первого поколения. Вот у них видно, что под тормозной шланчик дырки. А это дырка под провод ABS. Замечательно. Езжу я на них на Legacy. Старенькая Legacy первого поколения. Они изумительно встают туда. Спереди я поставил оригинальные пружины от Forester. Родные. Бушные. А сзади я уже купил второй комплект пружин. Первый комплект, к сожалению, на одном виток отломился, на одной пружине. Я поставил ОБК. Первые были голубые. Это HD-серия пружины. Это повышенной жесткости от Forester назад. А вторые, я сейчас, они стали серенькими. То же самое HD. Я недавно их поменял. Обошлись они, я не помню, то ли 1300. Они в наличии были. И удивительно, что вот эти стойки тоже были в наличии. Срок доставки у нас один день получился. А живу я в маленьком городе Бийске. Алтайский край. Вот так, ребятки. У меня есть хороший знакомый, который возит запчасти. Антон зовут. Если хотите. У него раньше был свой интернет-магазин по субарикам. Он что-то назывался. На Дроме у него есть даже что-то Subaru Bisque 22 или что-то такое. Ну, в общем, если нужно, можно его найти ВКонтакте. Зовут его Антон Михайлов. Привет ему. Спасибо большое. Я всегда беру запчасти у него. Красотулечки. Хорошенькие. У них автоматический клапан стоит, который как бы стоечка. А в обычной жизни, в обычной езде она
как бы мягенькая, а когда ты начинаешь быстро ехать, она становится жесткой, жестче. Ну, на самом деле она не просто мягкая, она чуть-чуть жестче, чем обычная. И это классно. То есть они такие, знаете, прям едешь так уверенно, держишь дорогу. Блин, я просто счастлив, и я всем рекомендую такие стоечки. Всем пока. До новых встреч в эфире.